На ремонте вот такая Bluetooth колонка. Уже была у меня в руках, работает, но не заряжается. Что-то с в прошлый раз была проблема с USB разъемом. Нужно разбирать. Разбирается интересно. Нужно вот эту подстилочку такую мягенькую содрать. И здесь есть 4 винтика. После того, как открутим одну, тут две, и тут, ну, 4 винта. И тогда снимается эта крышка. Я раскрутил винты. Теперь для того, чтобы разобрать вот это еще, здесь такая, может быть, ее вообще убрать надо. Вокруг включателя есть такая тоже черненькая штучка. И все, теперь можем разбирать. Для того, чтобы снять плату, еще два винта откручиваем и смотрим на плату. Уже будет общее представление о том, что можно сделать. По сути дела, он заряжает вот эту батарейку. Сразу батарейку можем отсоединить. Ну, значит, смотрите, какая ситуация. Я подключил к зарядному устройству. Он, по идее, должен включиться, но не включается. И при проверке контактов стало ясно, в чем проблема. Я вот, допустим, просто плюсовой контакт дотрагиваюсь, прижимаю его к дорожке, и все. Светодиод загорается. Убираю. Как только прижимаю, появляется плюс 5. И загорается светодиод. Поэтому, ну, собственно, понятно, в чем причина. Необходимо подпаять дорожку плюсовую. И все, ремонт окончен. Сейчас разогрею паяльник. И маленьким паяльничком сначала там зачищу, видимо, или кусок дорожки, дорожки тонкие идут, или кусок дорожки отломался уже за контактом, потому что отпаяться вряд ли могу. Зачищу немножко дальше кусок дорожки и пропаяю. Ну вот и будет весь ремонт, я думаю. Уже сказал, дело в плюсовом контакте, и как уже говорил, это уже не первый раз именно эта колонка приходит с подобной проблемой. Получается, что девочка маленькая пользуется, вырывает с мясом, видимо, с зарядки, когда снимает. Поэтому укреплю прямо от контакта плюсового. Припаяю проводок и на площадку. Вот сюда на площадку. Припаяю, потому что все-таки оно какое-то время должно работать. И клиент приходит и говорит, что ж оно не работает. Ну, я говорю, что это девочка виновата. Но он мне почему-то не верит. Говорит, должно работать. Ну, и теперь уже прямо проводок поставил, потому что, видимо, там слабенькая... слабенький контакт, слабенькая дорожка идет и обламывается. Но теперь уже такого не будет. Ну, в общем-то, сейчас я подрежу этот контакт, этот проводок отрежу и проверю, чем все закончилось. Если положительный результат,
лечения. Проверить очень просто. Подключаем зарядное устройство и смотрим, чем все закончилось. Подключил зарядное устройство, горит. Зарядное устройство подключено, горит. Значит, чего-то там моргает. Батарейка не подключена. Вот я шевелю контакт, но все равно все горит. Все, теперь сейчас подсоединю и посмотрю, подсоединю батарейку и саму колонку. Получается, все в порядке, в рабочем состоянии, она включается, подает признаки жизни, собираем в обратной последовательности. Bluetooth mode. Ремонт произведен, подписывайтесь на канал. Простой ремонт различной бытовой техники и многое другое интересное, все вы это увидите на канале.